Итак, день два, мы только что приехали на видеожару. Посмотрите, какая тут очередь. Кошмар. Сейчас будем искать, где тут войти. Первым делом у меня, конечно же, еда, потому что я вообще не позавтракала даже. Но с едой тут не очень. Вся еда, которая есть, это вот здесь. Все остальные стенды, они с мороженым. И здесь, кстати, есть такая прикольная штука, которую я вот уже одну прикончила. И еще вторую прикончу 100%. Это, как оно называется, суши Рита. Короче говоря, это ролл суши. Вот его составляющие. Очень-очень так неплохо, кстати. Вкусненько и питательно. И вот в целом, как выглядит вообще все это помещение. Огромнейшее помещение. Множество людей. Вот там вот мигает эта главная сцена. То, что меня больше всего здесь интересует, это Oculus Rift. Вот там вот он есть один, и там еще есть второй. И тоже здесь есть всякие разные штуковины, типа сегвеев, типа ховерпортов. Тоже мне это очень интересно, но там. Одна из самых интересных локаций — это Oculus Rift. И я, конечно, в очереди, а там на главной сцене показывают фотографии маленьких блогеров. И нужно угадать, кто это. Жары мы уже ушли, и сейчас приехала кое-куда, кое-чего снимать. Интересно, узнаете вы этот фон или нет? Как думаете, чей он? Тан-та-дан-та-дан-та-дан! Я у Нины в гостях, и мы сняли уже для вас одно видео, и сейчас готовим для того, чтобы снять второе, так что скоро на канале, как говорится. Мы сейчас решили еще с девчонками выбраться тоже на ужин, ну и с мальчишками тоже нашими. И идем в суши, кушать суши, потому что все, оказывается, любители суши, поэтому мы тоже с удовольствием поддержим компанию. Идем в Евразию на Красноармейской. Топ-топ-топ-топ. Извините, я вчера не закончила влог, он оборвался на том, что мы пошли ужинать. Ну, мы посидели с Юлей вместо Эл Капучино и с Ниной, не Анила Бронштейн или Нина Зайченко. Посидели хорошо, очень классно пообщались, приятный такой был вечер. И после этого все, просто отрубон, я в Киеве сплю как убитая просто. Вообще ничего не способно меня разбудить, я вот... Падаю на кровать, как только голова касается подушки, все, меня нет, вообще, меня просто нет. И сегодня последний день, воскресенье, мы сегодня же будем ехать домой. Сейчас поедем на жару и побудем там максимально, насколько нам будет интересно там находиться, а потом после этого сразу же поедем домой. На мне сегодня, кстати, вот такой вот наряд, я вам не показывала все это время, что на мне. Ну, в общем-то, сегодня на мне вот такой вот наряд. Вчера то, что вы видели на мне, это было платьечко, но сегодня я решила вот так вот. И сегодня решила забрать волосы тоже, потому что они так мешают просто вообще. Ох, нифига себе, у меня завтрачек. Тут мы, кстати, уже не попали на завтрак, пришлось заказывать из общего меню. И вот это курица с гарниром из пюре. А вот это даже не знаю, что, какой-то соус, видимо. А у Никиты завтрак вообще неправильный. Но, кстати, подача очень оригинальная. Это солянка в хлебе. Я еще такого не видела. Я видела другие супы в хлебе, но вот солянку в хлебе, это впервые я вижу. То, что мы не успели сделать вчера, вот я очень хочу покататься на вот этой вот штуке. Все американцы сходят с ума вот этой штуке. Я хочу попробовать вообще, каково это, ездить на такой фиговине. Мне кажется, абсолютно неудобно. Но в то же время они так круто маневрируют на них.
Короче говоря, хочется попробовать. Ну вот и все, для нас видео жара закончилась. Мы сейчас будем ехать домой. Все было очень классно, я думаю, я еще как-то отдельно сниму какое-то общее впечатление об этом, или если у вас есть какие-то вопросы, могу на них ответить. А мы, в общем-то, да, купили кнопку, так что подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, и мы с вами увидимся очень скоро. Пока-пока!